Наше предприятие зародилось условно в 1951 году. Протяженных тепловых сетей, которые были в то время на балансе, составляли всего лишь 2 километра 670 метров. Теперь у нас уже на балансе больше, чем 2500 километров. Наше предприятие – это тепловые сети раз, теплоисточники два и очень-очень много различного оборудования. У нас сотрудников на данный момент порядка 1900 человек. Треть персонала – это у нас оперативный персонал, который ходит по смене. Люди, которые поддерживают и обеспечивают город, ну скажем, теплом. Наша самая главная задача – чтобы обеспечить потребителя тепловой энергией, чтобы в городе всегда было уютно, то есть в квартирах тепло, с крана шла горячая вода.